Всем здравствуйте! Поклонники переживают за Ларису Долину. Певица сообщила о своей болезни, однако раскрывать подробности не стала, чем изрядно напугала публику. Артистка с недавних пор носит парик, и сей факт спровоцировал еще больше домыслов о состоянии звезды. В итоге Лариса Александровна выступила с печальным заявлением. Лариса Долина накануне вышла на сцену Дома музыки. Певица плохо себя чувствовала. Она решила не отменять выступление, несмотря на проблемы со здоровьем. Часть времени артистка провела за кулисами, там дежурил врач, который оказывал ей первую помощь. По словам Долиной, он ее буквально спасал весь вечер. «Бегу к нему за кулисы, залить нужные лекарства на связки, и так на протяжении всего концерта. 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить, сильнейший отек и горящие трахеи», – призналась она. Знаменитость, к слову, сразу сообщила о болезни. «Начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного опоздала. Уже была повреждена трахея, которая не давала в полную силу дышать моим связкам», – цитируют ее. Внимательные зрители, кстати, обратили внимание, что народная артистка вышла на сцену в парике. Тут же поползли разговоры, не скрывает ли Лариса Александровна от публики куда более серьезные проблемы со здоровьем. Впрочем, скорее всего, в больном состоянии у нее просто не было сил на укладку. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.